Привет, друзья! Сегодня 21 сентября 2018 года. В 6 утра я приехала из Шушенского в Красноярск для того, чтобы встретиться с режиссером Марией Булатовой. И уже завтра в 6 утра мы отправимся в город Шарыпово. А для чего? Я расскажу вам чуть попозже. Погнали! 22 сентября 2018 года мы выехали в Шарыпово. Ехать нам примерно 4 часа, да? 4 часа, и когда мы приедем, мы сразу же включимся в рабочий процесс, потому что нас уже там ждут, актеры уже наготове, и мы приступим уже к работе. А что будет дальше, я вам покажу потом. А пока, да, а пока красивые дороги. Приехали в Ачинск. Это совсем не центр Ачинска. Дарья Рубик, передаю тебе привет через это видео. В Ачинске заехали на заправку «Газпром», да? Да. «Газпром нефть». И здесь потрясающая акция «Кофе XL по цене стандартного». Вот. Ну и, конечно, грех было не воспользоваться. Сейчас будем наслаждаться. Специально, чтобы найти эту заправку, что-то не могли найти. Сошли с маршрута специально. Да, у нас целый квест по нахождению супервкусного кофе. На газпромской заправке обнаружили такой интересный агрегат, как подкачка шин. Например, можно подъехать, воткнуть, и он сам настраивает все и подкачивает. Интересно. Ну что ж, доброе утро, Шарыпово, и сегодня воскресенье, 23 сентября 2018 года, и это утро начинается в городе Шарыпово. Начинается он в театре, в местном городском драматическом театре. Это все неспроста, потому что мы с Марией Булатовой, режиссером, приехали сюда, чтобы сделать здесь прекрасный спектакль «Жил-был Леша», где встречается Леша Большой и со своим Лешей Маленьким, своим внутренним ребенком. Thank you.
Пузатый лосник Мюнхен. Пики, давай, муравьишка. Но все же передогай ногами. Вот так актеры театра Шарыпова готовят декорации для спектакля «Жил-был Лёша». Обращайтесь, проводим тренинги на командообразование. Капец, слушай, я вся краска, мне вообще нельзя никуда показывать. Краски здесь меньше, чем на мне. Не психуй! А лучше трубу заштрихуй. Вот таким вот потрясающим видом я просыпаюсь каждое утро в Шарыпово. Там на самом деле еще небольшая дымка, а за дымкой горы. Что может быть еще лучше? Просыпаешься, смотришь на это все. Настроение поднимается. Сегодня уже четверг, осталось 2 дня до премьеры, у нас почти все готово, но все равно, кажется, что работы еще очень-очень много. Посмотрим, что у нас получится. Так здорово наблюдать, как кто-то работает. Такая медитация. Слишком понятная речь уводит нас в психологический театр, которого надо здесь избегать. Поэтому ты можешь что-то, да, вот самое все кажется, слышал что-нибудь, да, придумай. Пельмени! О! Пельмени! О! 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 И что, сам я? Сам лепил пельмени? А мороженое? И мороженого! Мороженого! Откуда? А рук маме не хватает. А Сережа был еще слишком маленький. Сережа? Сережа! Алеша! Вот так происходит трансформация декораций. Когда сделали, и нифига не подошло.
Вот так вот даже режиссер в деле для спектакля. Так-то я, конечно, вообще я не делаю. Не думайте, что режиссер только головой работает, он еще и руками может. Я репетирую обычно. Все. Тут заставили, пришлось. Забрали паспорт. Алиса причем забрала. Да. Алиса смотрит, а Маша работает. Ты так красиво работаешь, Маш. Да. Делай это еще. Последний день спектакля, утро, и такое прекрасное солнце на желтой листве за окном. Сегодня будет отличный день. А он такой в припрыжку.